Ну что, друзья, с вами снова Рик, и я хочу вас всех поздравить с 2023 годом. Он настал, наконец-то 22-й завершился, он был тяжелый, короче, но не будем о нем, мы сконцентрированы на этом году. А у нас 6 января, вот, я вернулся, так сказать, со своего мини-отпуска «Золотой кольцо Урала», покатался, отдохнул, много чего повидал. Потратил все деньги, даже немножко в долги залез, но это ничего. Вот, значит, 16:30, мы выходим на смену, вот, начинаем зарабатывать. Сейчас у нас в данный момент мы испортили активность прошлого года до 74. У нас, значит, рейтинг 4.97, вот, и получается серебро. Вот, так что у нас планы на этот год очень большие, будем, короче, много чего реализовывать. Вот, ну а сейчас я выхожу работать. Вот, сегодня я как прилетел, получил машину, сразу поехал. Вот, теперь она в другом парке, парк называется Авто 78. Вот, в принципе, мне сделали химчистку. Вот, ну тут плохо видно, не знаю, как бы. Короче, самое главное, это мне сделали химчистку машины, у меня теперь проходит фотоконтроль, и я могу спокойно работать в Яндексе. Вот. Что? Стоимость аренды поменьше стала, то есть был, ну, где-то на 50 рублей дешевле стало в новом парке, вот. Ну и, но единственное, что у них строго по оплате, там, аренды без задолженности и так далее. Будем стараться это все соблюдать. Вот. Так что, такие дела. Значит, посмотрим, сколько у нас получится заработать, вот, и будем действовать по плану. У нас еще надо, так сказать, не забывать, что мы еще работаем тренером, что у нас мешки, сейчас пока заказов, правда, нет, и тренировки завтрашнего дня начинаются, и турниры, надо тоже делать турниры. Много идей, много планов, будем все реализовывать, так что спасибо за то, что со мной, что смотрите меня. Я думаю, будет много интересных лайфхаков. Я еще, кстати, выложу следующее видео, шот о том, как я ехал в такси в садке. Вот. Ну и такие коротенькие видео буду чаще записывать, они больше заходят. А здесь буду, может быть, какие-то мыслями своими делиться. Вот. Кому не интересно, так сказать, моя нудятина, можно шот. Там будет коротко и ясно, минутное видео. Все, друзья, всем спасибо, всем до встречи, не гвоздя, не жезла, как там говорят. Вот так.